значит, итоговый результат будет таким. Ну, давайте для начала откроем Photoshop. Открыли Photoshop, нажимаем файл, создать. Ширину ставим 1280, высоту 720. Нажимаем ОК. Так, нам нужен щит. Щит у меня уже готовый есть, я его только что нарисовал, и, значит, под видео я ссылку на него ставлю. Также вот у меня уже есть градиент. Так, прозрачность можно сделать поменьше. Давайте на 40 поставлю. Вставим радиальный. Вставили радиальный. Вот у нас щит. Так, теперь что мы делаем дальше? Нам нужно... обрезать верхнюю часть, чтобы здесь была уже надпись. Для этого нажимаем Ctrl-R, тем самым включаете линейку, и где-то вот так. И вот от этих точек нам надо вот, вот эту часть удалить. Значит, нажимаем перо, инструмент перо, ставим опорную точку здесь и здесь. Тем самым мы удалили, значит, нашу часть. Так, здесь будет надпись, значит, название вашей команды или там для чего вы делаете. Так, в этом градиенте надо немного сделать наоборот, надо нам поставить минус 90, и у нас
такой вот. Нажимаем окей. Окей, так. Ага, значит, нам нужно вот еще вот этот градиент изменить, у него не линейный поставить, а чтобы у нас была такая полоса, что ли. Так, что делаем дальше, значит. Выделяем наш текст. Нажимаем правой кнопкой деформировать текст. Тут ставим дугой. Тем самым у нас он будет как бы закругленный такой. Значит, тут уменьшаем. И искажение по вертикали ставим. Такое вот. Где-то так. Так, нам нужно уменьшить опять текст, у нас он слишком большой. Уменьшили вот так. Можно даже еще уменьшить. Ну, хотя бы вот так. Так, и можно выровнять его опять. Значит, выделяем наш щит, самый
нижний щит темный. И, значит, берем вот стройки, ставим здесь вот посерединке. Хотя он у нас уже так посередине, все. Так, теперь переходим на стройки этого текста. Ставим тень, ставим, значит, ставим 90 градусов. А можно поставить белый. И нормально здесь ставим. Значит, мы сделаем эффект как вдавливания, типа. Значит, поставим один. Ага, и можно тоже один поставить. Можно даже два. Давайте один оставлю вот так. Так, на этом все, наверное, да. С текстом тут. Можно еще градиент, конечно, сделать. Но я не буду, наверное, ничего делать здесь. Ставлю так, как есть. Мне так нравится. Так, теперь что делаем? А, нам нужно какое-то животное вставить здесь. Тут у нас медведь. А, значит, сейчас я его найду. Так. У меня много разных животных есть. Можете поискать в интернете, какие вам понравятся, там найти. Желательный вектор. Так. Вот у меня куча животных разных. Значит, давайте вот этого же медведя перенесем сюда. Переносим с вами медведя нашего. Так. Ну, вот так хотя бы где-то. Все. Теперь нам нужно, чтобы он не вылезал за грани вот этого, вот этой вот, щита вот этого обрезанного. Значит, что мы делаем? Так, для начала выровняем, давайте его по центру, опять можно так же. Так, вот, все у нас по центру, значит, просто зажимаем наш вот этот обрезанный щит, вот этот, ну, выделенный, у нас получилось выделение, и растрируем, значит, видите нашего. Идем в выделение, инверсия. Тем самым мы удалим края, чтобы у нас не вылазил со границы. Мне нам не нужно, значит, вот мы удаляем. И удалили здесь. Все. Теперь можно изображение, коррекция. Сделать медведя более таким четким, что ли. Чтобы он выглядел более живее как-то. Вот так. Изображение, коррекция. Цветовой баланс, можно поиграться с цветами. Значит, вот так вот где-то.
И еще раз. И сделаем еще красный. Все. Так, красный. Машина цвета. Все, красный. Так, теперь эти свои можно опять. Нашего логотипа и под низ его опять же уменьшим непрозрачность и увеличим его на весь, на всю картинку нашу, где-то вот так вот можно вот так вот сделать, да, вот так вот где-то непрозрачность еще уменьшить можно. Вот он, такой красивый получился фильтр, размытие, и по гауссу тоже можно.
Вот так где-то. Окей. Так, теперь. Можно его гранять по центру. Ну, я вот так оставлю. Так, что еще можно сделать? Давайте напишем. Ну, хотя не надо ничего больше делать, наверное. Все, на этом, наверное, наш урок подходит к концу. Значит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.